Здравствуйте, друзья! Новая серия нашего видеоблога о строительстве планетария или о модернизации планетария, как это можно назвать. И сегодня мы с вами присутствуем в зале, в котором идет монтаж шумоизоляционной отделки экрана. То есть за экраном в пространстве, которое сейчас, ну, которое существует, да, мы делаем специальное демпфирование звука, чтобы сам по себе купольный экран не отражал его и не фокусировал зрителя хаотичным образом. То есть то, что раньше здесь был такой эффект, когда можно было шепотом говорить в одном крае зала, и это было очень хорошо слышно в другом краю зала, то есть и возникал такой эффект как бы фокусирования звука, причем он был совершенно непредсказуемым, и как это происходило, никто не мог объяснить. То есть зал невозможно было откалибровать для акустических систем. Вот сейчас мы этот эффект хотим убрать. Для этого по всей поверхности старого экрана монтируются вот эти, которые сейчас висят, это звукоизолятор. То есть небольшой тонкий слой звукоизоляции, но он уже работает. Даже несмотря на то, что мы сейчас сделали порядка 15% поверхности, 20-15% где-то, это уже слышно. То есть прям вот слышно, что уже зал стал другим. И он станет совершенно другим буквально через пару дней. Кроме этого, ну сейчас они еще не пределаны, да. Кроме этого, вы сейчас вот эти отверстия в старом экране, которые вы видите, посмотрите внимательно вот эти отверстия, это отверстия для звуковых колонок. Да, здесь будут располагаться динамики новой акустической системы. Это будет 7-7-канальная акустическая система. И динамики тоже находятся в верхней, выше зрителей, будут, и они уже будут фокусировать звук непосредственно на аудиторию с позиционированием звука так, чтобы это уже действительно стало многоканальной акустической системой, где вы могли слышать каждый нюанс происходящей звуковой картины, и это было предсказуемо. То есть сначала мы делаем звукоизоляцию, и затем мы ставим акустическую систему, которая этой звукоизоляцией будет пользоваться, соответственно. И буквально недавно здесь проводили тесты. Вот посмотрите, вот это новые колонки. Это Electro Voice, это сабвуферы, новые динамики. Это очень высококачественная акустическая система английского производства. Мы надеемся, что когда она здесь звучит, это будет совершенно новая звуковая картина. Мы услышим космос или космические шоу совершенно по-другому. Это будет совершенно другой звук. И здесь тоже мы тестировали новый звуковой микшер, который будет работать, цифровой микшер. Он как очень удобен как для работы как в режиме планетария, так и для проведения различных концертов, шоу, с ведущими, там, с актерами. По возможности подключения инструментов звуковых, микрофонов и других устройств. То есть это очень удобная вещь. И кроме того, что здесь самое важное, то, чего не было раньше, он имеет удаленное управление таким образом, чтобы оператор планетария мог настраивать и калибровать звук и слушать, например, проведение концерта, находясь непосредственно в зале. То есть оператор может сесть, грубо говоря, на какой-то ряд, где сидят все зрители, слышать, как звучат инструменты от концерта непосредственно так, как его слышат зрители, а не где-то у себя в операторской комнате, да, и уже исходя из этого подстраивать баланс, эквалайзер, другие системы цифрового процессинга звука так, чтобы это работало так, как нужно, так, как оно хорошо, лучше слышится. Вот, это то, что сделано уже сегодня. Мы вернемся сюда через несколько дней и посмотрим, как зал будет звучать по-новому. Мы это уже скоро очень услышим. До свидания, ждите следующей серии.